это очень далеко от его представлений о себе самом и о своем амплуа. Я бы хотел продолжить эту тему, потому что... Привет. О чем говорите, нет? Знаете, что этого самого? На Невзорова завели уголовное дело. Слышали? Кто такой Невзоров? Даже не знаю. Ну, это Болерон такой есть. Болерон в Мариинском театре. И что, из-за чего на нем завели уголовное дело? Из-за того, что он не смог сделать тройной тулуп, когда вот он... балет «Евгений Онегин», знаете? Из-за него завели уголовное дело, причем по статье «Экстремизм». То есть сейчас ваши органы, блин... Подожди, из-за тройного тулупа? Ну да. Ты серьезно в это веришь? Ну, конечно, слушай, а что... Ты серьезно можешь поверить, что из-за тройного тулупа могут завести... Ну ладно, но не тройной, ладно, тулуп был двойной. Да хоть двойной! Тихо, двойной. Так подожди, а ты серьезно не можешь верить в то, что когда человек выходит со словом «мир» на бумажке, его везут в каталажку и там садят на бутылку, ты в это не веришь? Мне похуй, какую бутылку? Ты что сейчас... Ну, стеклянную. Ты почему с темы свалил? Ты мне сейчас только что сказал сам, вот лично, я тебе не просил об этом. Ты сказал мне, что какого-то там... Тихо, ты можешь не подгорать? Не подгорать. Я не подгораю, я просто охуеваю. Ты можешь спокойно говорить, умеешь? Ты мне сказал, что какого-то балерина осудили... Да не балерина, а Болерона. Да Болерона, я не смотрю театр, мне не интересно. Ну как, Александр Невзоров, ты не знаешь? Мне эти не интересны. Послушай меня. И ты хочешь сказать, что кто-то не сделал какой-то там прыжок, и на него завели уголовное дело. Да, прикинь. Ты а когда... веришь? Ну, слушай, женщина читает стихи Пушкина у памятника Пушкина. Ее забирают за это в каталажку. Как ты думаешь? У нас Пушкина везде уважают. За что ее за это забирают? А за что ее забирают? Да, совершенно. Для чего ее забирают? Это ваши фейки, вот ты смотришь. А если я тебе сейчас это видео покажу, это тоже будет? Давай, слушай. А у тебя есть возможность открыть сейчас? Вот так вот. Достань. О, телефон. Все, да вот. Во-во-во, бери, давай телефон. Пиши. Нет, в нем, пиши. Это сейчас ты мне будешь показывать. Пиши. Это сейчас ты мне показывать. Ты мне это сказал, ты мне это и покажешь. Хорошо, только не подгорай. Давай, успокойся. Не подгораю. Я посмотрю внимательно. Сейчас. Прям пизда, как интересно. Сейчас. За то, что она читает стихи Пушкина у памятника Пушкина. Давай. Да, походу ты это на украинских новостях увидел, а не в интернете. Тихо, не подгорай, чего ты? Нет, я не подгораю. Чего я угораю. Не надо подгорать. Не надо подгорать. Ой, не цепляйся словам, господи. А ну как? Понятно. Ну как? Да вы лохи. Нормально. Вы по полной программе надо ебать. Нормально, да? Понравилось тебе? Пару строчек против России нам читает. Она читает стихи Пушкина. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Это стихи Пушкина, и она читает у памятника Пушкина. А ее забирают за это. Ее задержали за стихи Пушкина. Да, конечно. А Пушкин чем виноват перед Россией? Вот, так и я думаю, чем он, за что ее задержали? В том-то и дело, что никаких не сходит. Но только что ж ты видел, что ее задержали на твоих глазах? Или ты не веришь своим глазам? Это фейк. Это актриса была. Нет, это не актриса была. Вам обрезали, нахуй, так, показали только нужное, но не все, не сначала. Хочешь я тебе сначала поставлю этот ролик? Давай сначала. Давай, если ты такой не веришь, давай. Давай, долбай. Конечно, я же тебе могу сейчас поставить. Давай, укроп, ставь уже, что хочешь. Тихо, не подгорай, чего ты? Да какой подгорать? Чего ты подгораешь? Не надо подгорать. Сейчас вы успокойся. Сейчас вы, этот,
чистку пройдете, успокойся, всех вас нахуй обнаружат, всю вашу еду. Да, конечно, конечно. На, смотри, я тебе ставлю сейчас с самого начала. Олень, там, подожди, с самого начала, на, смотри. Олень, потому что олень. Я понял. Давай, олень, показывай. Смотри, с самого начала. Давай. Какая-то тварь там фейковская выбежала, там все там в Украине там есть. Все там. Стихи Пушкина, я читаю, стихи Пушкина. Товарищ, нет, зайдет она. Все, понятно. Не показывай мне дальше. Она за Пушкиным прячется. Вот так вот я ну что? Скажу. Если бы я еще там рядом стоял бы, я бы сам бы ей еще пизды бы сунул бы, по ебальнику бы, шлепнул бы ей. Ну вот, видишь, вот тебе и твоя свобода, блин. А ты говоришь, тихо-тихо, не подгорай. А ты не веришь, что за двойной тулуп не могут забрать. Это ты мне про свободу говоришь? В Украине? Где каналы закрывают? Слушай, что ты свое ухо? Ты можешь лицо мне показать, а не ухо? Я просто к экрану, блядь, пристал. Если ты мне покажешь свое лицо, я буду с тобой разговаривать, иначе ты идешь нахер. Понимаешь? Нахуй ты это ты пойдешь. Ну что, есть еще какие-то у тебя вопросы или все? Ты мне говоришь по... Так, ну все, короче. Ну вы видели. То есть за двойной тулуп не могли возбудить уголовное дело, а за чтение стихов Пушкина у памятника Пушкина могут забирать. Ну, видите, а ему неприятно это видеть. Ему неприятно, он не знает, что сказать, он мечется. Ну, а сказать-то нечего, это понятно.